Привет, друзья! Это Благовещенск, административный центр Амурской области с населением 225 тысяч человек. Расположен у самой границы с Китаем. И ближайшие несколько инста-выпусков будут посвящены наиболее интересным местам с точки зрения любителей активного отдыха. Сегодня это Зазейский пляж. Бюджетный маршрут, включающий прогулку на теплоходе. Все, что потребуется, это добраться до центральной набережной. Автобус 22 рубля, такси около 100. Билет на теплоход туда-обратно 100 рублей. Плюс перекус надо брать с собой. Бутеры, вода – это еще рублей 200. Итого 400 рублей. Бюджетно, согласны? Это тот случай, если вы без машины. Надеюсь, информация оказалась полезной. Ваши лайки и комментарии в благодарность. Спасибо. Пока.